Дело в том, сколько раз надо сказать, что белое – это белое, а черное – это черное. Так, уважаемые коллеги, я ничего не понял. Так, ну, проголосовали, вы идеи вы сказали. Что вы еще хотите сказать? Да не ваше дело, включите мне микрофон. Я депутат, имею право выступить по ведению. Включите мне микрофон. Так, Николай Николаевич, во-первых, вы сейчас провоцируете, я хочу сказать. Микрофон нет. Во-вторых, вы сейчас уносите истеричную ноту. Я включу вам сейчас микрофон. Только успокойтесь, вы не на баррикадах, вы здесь не убиваете кого-то, вы ведите себя спокойно, понимаете? С уважением к депутатам Саратовской областной думы. Успокоились? Дракон. Успокоились? Я еще раз говорю. Успокоились? Теперь включим вам микрофон.